смотрите новости недели на телеканале «Беларусь-4». Из всех событий уходящих 7 дней мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! «Беларусь помнит» – акция, посвященная памяти героям войны, проходит по всей стране. Отдать дань уважения может каждый. Специальный сюжет в преддверии Дня Победы подготовили наши корреспонденты. Исполнение поручений, вопросы благоустройства в год малой родины и многое другое. Глава администрации президента Наталья Качанова с рабочей поездкой посетила Гомельскую область. Нужно ли повышать иммунитет, особенно в межсезонье, когда у многих наблюдается его снижение? Большое интервью в программе врача-иммунолога Андрея Соливончика. Все подробности этих и других событий в ближайшие 26 минут. Мир, труд, май. На уходящей неделе в Беларуси отметили Первомай. Это праздник весны и труда, свободы и наших общих надежд на мирную жизнь. В этот день чествуют передовиков и профессионалов, тех, кто своими стараниями создает завтрашний день. По традиции активно, разнообразно и творчески отметили праздник и в Гомельской области. Самое интересное из приуроченных к Первомаю мероприятий в обзоре Марины Джалой. Торжественные мероприятия начались накануне Первомая с демонстрации обновленной доски почета. Заслуженные награды вручены руководителям 45 предприятий, организаций, учреждений и 3 районов региона. Некоторые предприятия становятся победителями областного соревнования уже не первый год. Лучшие районы в своих категориях – Добрушский, Речицкий и Мозырский. Торжественное собрание – еще одна возможность подвести итоги развития области. По ряду позиций регион находится в тройке лучших областей Беларуси. И уже в этом году рост всех основных показателей – включая экспорт товаров. Причем список партнеров, где востребована наша продукция, пополнился еще на 12 стран. В их числе Бангладеш, Камбоджа, Саудовская Аравия, Филиппины. Вклад профсоюза в этот процесс переоценить трудно. Теперь эта организация стремится оказывать влияние на все процессы, происходящие в обществе. Конкретный человек, конкретная проблема, конкретное решение. Каждый день все должны быть нацелены на результат. Право на труд – одно из основных прав, гарантированное нам Конституцией Республики Беларусь. Сохранение трудовых коллективов, обеспечение интересов трудящихся в ходе смены собственника, сохранение всех социально-экономических гарантий – эти и другие задачи, которые обязаны решать профсоюзы. А сам Первомай в Гомеле отметили благотворительными акциями, концертными и развлекательными программами, спортивными соревнованиями, водными регатами. Например, уже второй год подряд воспитанники Улуковской вспомогательной школы-интерната праздник труда ждут с особым нетерпением. Лучшие учащиеся получают в этот день от областного объединения профсоюз особенный подарок – неограниченный доступ на аттракционы, которые расположены в Гомельском парке. Цель благотворительной акции – не только порадовать детей, но и мотивировать. В этом году профсоюзному движению Беларуси исполняется 115 лет. В Гомеле праздник труда в юбилейный год отмечали на 3 площадках. В парке на летней эстраде концертная и конкурсная программа были рассчитаны на детей. Завершилось все флешмобом «Мы за мир». На набережной Сожа кипели спортивные страсти. Эстафеты, игры, легкоатлетический пробег – регата. Около 1000 детей приняли участие в празднике. Не только трудовыми, но и спортивными достижениями гордятся сегодня профсоюзы. Школа наша на хорошем счету. Очень много у нас участников и чемпионатов мира, и Европы. Много победителей, призеров. Наши великолепные гребцы, наши борцы всегда занимают достойные места. Теперь в Гомельской области активно готовятся к следующему празднику. Через 3 дня Беларусь отметит День Победы. Марина Джалая, Максим Савин, Олег Сентюров, Павел Антонов, Игорь Марищенко. Новости недели. В этом году в нашей стране проходит акция «Беларусь помнит». В ее рамках каждый житель страны может отдать дань памяти героям войны, которые внесли вклад в освобождение от нацистских захватчиков всей Европы. Это можно сделать, в частности, придя на мероприятие, посвященное 75-й годовщине освобождения Беларуси и 74-й годовщине Победы во Второй мировой с портретами своих предков, участников боевых действий. Хотя только участием в акциях память о павших и забота о живых не ограничивается. Продолжение темы в следующем сюжете. Это медицинское учреждение и сегодня официально называется Гомельский областной госпиталь инвалидов Отечественной войны. Хотя, конечно, лечение здесь проходит уже не только ее участники. В 1941 году оно создавалось как фронтовой госпиталь. И сегодня единственное в республике имеет такую уникальную биографию. 16 августа 1941 года в городе Бийске Алтайского края на скорую руку был организован эвакогоспиталь номер 1235. В 1944 году после освобождения города его передислоцировали.
дислоцировали в Гомель. Уже через 3 года госпиталь был награжден переходящим красным знаменем Министерства здравоохранения СССР и назван лучшим в Союзе. У нас проходит лечение ветераны войны, участники войны, лица, приравненные по льготам к этой категории граждан. В год проходит лечение более 2000 человек льготной категории. И мы стараемся для этих категорий людей создавать более комфортные условия. Палаты все с санузлами, они отремонтированы, и стараемся их размещать на первом этаже, потому что они немножко мобильность уже не такая у них активная. Валентина Сукунова – узник фашистского концлагеря. О проведенном за колючей проволокой времени вспоминать не любит. Не дай бог, кому-то испытает такое. Правда, несмотря на все пережитые тогда ужасы, сегодня женщина явно относится к числу оптимистов. Во всяком случае, с работниками госпиталя предпочитает говорить о чем-то положительном. Хотя и признается, прошлое отразилось на здоровье не лучшим образом. Очень хорошее отношение. Я уже здесь не первый год, а я тут, наверное, годов 15, если не больше. Очень храбрачи, хорошие. Относятся хорошо, лечат хорошо. Еще одно учреждение, созданное для ветеранов Великой Отечественной войны в Гомельской области – дом-интернат «Васильевка». В эти дни здесь готовится к празднованию 75-летия освобождения Беларуси. На 8 мая запланирован концерт. 9-го проживающие посетят деревню Калинина, где примут участие в вахте памяти возле памятника погибшим воинам. Впрочем, поехать туда смогут не все. Ветеран Великой Отечественной Александр Радостин, скорее всего, останется в Васильевке. В 1943 году, уже в 15 лет, его призвали на работу в депо по ремонту паровозов в Нижегородской области для того, чтобы заменить уходящих на фронт взрослых мужчин. Он и сегодня помнит лозунг, висевший тогда в цеху: «Железные дороги, железную военную дисциплину». Вот ее двое будут работать на ремонт паровозов. Мы, говорит, у них из бригады уберем 4 человека, а они двое будут работать за четверых. Согласен? На что скажешь? Согласен? Да. Многих из людей, собравшихся накануне Дня освобождения Беларуси, в библиотеке дома-интерната для ветеранов войны и труда «Васильевка» можно назвать детьми войны. Они не принимали непосредственного участия в боях, однако их память и сегодня сохраняет подробности, о которых хотелось бы забыть. Мать Натальи Мигдаленок готовили стать подпольщиком в случае сдачи Москвы. В какое-то время такой вариант не исключался. А пока девушка копала окопы и сбрасывала с крыш зажигательные бомбы. Правда, заслуженная награда пришла к ней уже после смерти. Сегодня она хранится на стенде памяти дома-интерната. Основная часть этой экспозиции – награды и личные вещи участников и ветеранов Великой Отечественной войны, в разное время проживавших в этом учреждении. Я эту медаль забрала, и вот когда мы сюда приехали, я предложила библиотекарю нашему, что вот есть такая медаль, если хотите, можете поместить ее где-то на стенде, потому что я считаю, за оборону Москвы это ценная медаль. Сегодня в Гомельской области проживают 950 ветеранов Великой Отечественной. Большинству из непосредственных участников боев уже за 90. Они вспоминают о пережитом и при этом часто плачут. Даже мужчины, выжившие в той войне, сегодня часто бывают сентиментальны. Они действительно многое пережили. Практически каждый день был наполнен опасностью. Военные будни – это когда опасность даже там, где, казалось бы, все должно было быть хорошо. Нас в лесу положили, то есть, ну, отдыхать надо временно, что, до утра, чтобы дальше двигаться. Прошли и легли спать. Ну, наверху же не будешь лежать. Надо внизу. Стреляет, так может и так. И мы утром, ну не как утром, а когда же подъем, дали команду подниматься. Елки-палки, а мы в воде лежим. А как мы лежали? Двое. Шинель положили под низ, а второй шинелью накрываемся. И поднялись полностью в воде. Подхватили сюда-туда, и стройка, и опять пошли. В историю Великой Отечественной наш регион вписал много героических страниц. Но цена победы для него оказалась очень велика. Более 1000 деревень повторили судьбу Хатыни. С фронта домой не вернулись 40% мужчин в возрасте от 18 до 35 лет. Сегодня, когда в мире предпринимаются попытки переписать историю Второй мировой, об этом нужно обязательно помнить. Скажем, многие зарубежные школьники в тех же Соединенных Штатах считают, что войну выиграли Соединенные Штаты, помогли англичане. Победили они немцев и русских, а под русскими это и белорусы, и украинцы, и казахи, и киргизы все. То есть все 100 народов и национальностей, которые принимали
участие в этой войне. И при том, что как бы не учитываются факты, это то, что 70% живой силы и техники противника фактически было уничтожено на Восточном фронте. К истории надо относиться с уважением, и победу, которую завоевали наши деды и прадеды, мы стараемся не отдать никому на откуп. Мы этим занимаемся и будем заниматься и отстаивать действительно историческую правду. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Евгений Макинко. Новости недели. Сегодня в Беларуси отмечается День печати. В нашей области это профессиональный праздник журналистов 24 печатных средств массовой информации. Накануне ряд изданий получили дипломы победителей и лауреатов республиканского конкурса СМИ. Подробности этого, а также других важных событий недели, далее в обзоре от службы информации. Глава администрации президента Республики Беларусь Наталья Качанова с рабочим визитом побывала в регионе. В пятницу она приняла участие в заседании горисполкома, на котором обсудили итоги социально-экономического развития Гомеля за первый квартал. По большинству позиций город выходит на необходимые прогнозные показатели, но есть проблемные моменты. В промышленности это убыточная или недостаточно производительная работа некоторых предприятий. В их числе радиозавод, фабрика 8 марта, завод измерительных приборов. Акцент был сделан на разработку стратегии по выходу на эффективную деятельность. Прежде всего, акцент был сделан на те предприятия, которые сегодня работают недостаточно эффективно, где невысокая заработная плата, где есть неиспользуемые площади, которые надо вовлекать в хозяйственный оборот. И вообще, в целом, рассматривали стратегию развития дальнейшего этих предприятий. Может быть, они удельный вес их в объемах промышленной продукции в целом по городу и не столь велик, но там работают люди, это серьезные коллективы. На одном предприятии больше 1000, на втором предприятии 660 человек. А основная задача сегодня руководителя предприятия – это видеть стратегию развития, что будут выпускать, какую продукцию для того, чтобы у людей была достойная заработная плата. Основная мысль, которая звучала во время встречи Натальи Качановой с представителями власти и предприятий Гомеля и области – неукоснительное выполнение главных требований президента Беларуси. Это эффективная работа промышленности, адекватные зарплаты для работников, контроль за ценообразованием с проведением постоянных мониторингов и благоустройства. Также в числе приоритетных – работа с обращениями граждан. В Светлогорском районе обсудили пути повышения эффективности животноводства. При этом акцент сделали на современные технологии выращивания и хранения травяных кормов. По словам ученых, применение таких кормов позволяет не только на 20% увеличить надои, но и способствует усилению здоровья животных. В Минсельхозпроде надеются, что современные технологии выращивания, заготовки и хранения травяных кормов найдут более широкое распространение. Сегодня в Беларуси отмечают День печати. Своим профессиональным этот праздник в Гомельской области могут считать сотрудники 24 государственных газет и 19 ведомственных изданий. Лидером областной периодики является областная газета «Гомельская правда». Сегодня ее тираж достигает 99 тысяч экземпляров. Чтобы не терять аудиторию влияния, оставаться востребованными, печатные издания широко используют современные формы коммуникации – интернет, социальные сети. Также «Гомельская правда» – это, по сути, три средства массовой информации. Газеты, интернет-порталы, радиостанция. Активно по пути универсализации идут и районные газеты. Местный новостной контент уникален и всегда будет востребован. Районные газеты, они влиятельны сегодня. Если посмотреть тиражи на 1000 населения, они достаточно еще убедительно выглядят. Я говорю еще, потому что районным газетам тоже, они сегодня видят свою перспективу. Есть сайты, работа в социальных сетях. И можно называть сегодня и Днепровец, Речицкая газета, очень интересен сайт, мобильный, раскрученный. Калинковичская газета, Жлобинская, Рогачевская, из маленьких Хойницкая, то есть... Приходят кадры молодые, свежие, с идеями, и развитие есть. Местное население сможет беспрепятственно посещать озеро Червоное в Жидковичском районе. А цены для любителей охоты и рыбной ловли установят минимальные. Тему, актуальную для последних месяцев, передачу «Озеро Червоное» национальному парку Припятский обсудили в агрогородке Лясковичи. На встрече с представителями администрации президента, а также органов местной власти присутствовали общественные активисты и охотники. Диалог между собеседниками получился. Акценты расставлены
И есть основания полагать, что в этой истории будет поставлена точка. Дмитрий Котов продолжит. Озеро Червоное, расположенное в Житковичском районе, крупнейшее в регионе. Это уникальный природный комплекс, сокровищница белорусского Полесья, своеобразный музей под открытым небом. За десятилетия озеро стало любимым местом отдыха для многих поколений местных жителей. И когда до людей стала доходить информация о передаче Червоного национальному парку Припятский, образовалось социальное напряжение. Возникла мысль, что попасть на озеро сразу станет невозможно. А цены для рыбаков и охотников установлены такие, что будут сильно бить по карману. Однако проблема надуманная, так считает в частности Василий Савич. Житель агрогородка Белева, который работает егерем, не прогнозирует подобных изменений. Это надуманные, это заявления единичных там только этих людей. Никто там не собирается ничего не ограждать, никакого доступа, чтобы люди свободно, как они сейчас и ловят рыбалку, так и будет такая же самая рыбалка. Ситуацию пояснили на встрече в агрогородке Лясковичи. Никто закрываться от людей не будет, уверяет генеральный директор нацпарка Степан Бомбиза. Что касается охоты возле озера Червоное, которой уже занимаются в Припятском, цена установлена минимальная. К примеру, разовая путевка для охоты на птиц стоит 5 рублей для местного населения. Никаких отказов в их приобретении не было. Почему эти вопросы никогда не возникали раньше? Всем хватало места, приобретались путевки, это хватало места. Не устраивает в национальном парке, есть лесхоз. Не устраивает лесхоз, есть, например, Туровщина, хозяйство. Ну и так далее. Что касается ценовой политики, то, учитывая уровень, наверное, это мы все-таки идем на тот предельный минимум, который определен постановлением Совета министра. Там определено, по-моему, 4 рубля, мы поставили 5 рублей. А это для местных жителей, проживающих в близлежащих населенных пунктах вокруг озера Червона. И мы, я еще раз повторю, мы все, что передано главой государства, мы его выделили в отдельную охотдачу, и именно эту охотдачу под местное население. Отдаем под местное население с предельно минимальной ценой. Разумеется, цены не могут быть постоянно на одном уровне и в будущем будут повышаться. Однако пугаться не стоит. Сильный их рост не прогнозируется. Тем более, что зарабатывают в национальном парке преимущественно на иностранных любителях охоты. В прошлом году выручка от реализации охотничьих туров составила более 1 000 000 рублей. Созданная инфраструктура, соответствующая высоким стандартам, привлекает гостей из самых разных стран. В целом на туристических услугах заработали около 2 350 000 рублей. Такой результат, как один из примеров эффективной работы на территории национального парка. А вот на озере Червоное порядок, по словам генерального директора, был обеспечен не всегда. Он утверждает, что когда к числу арендаторов присоединился нацпарк, ситуация начала исправляться. Если будет продолжаться так дальше, то озеро Червоное превратится в озеро Бутылочное. Это я говорю с полной серьезностью и ответственностью. Конечно, это все подтолкнуло, навели порядок. Хоть навели порядок там, собрали это все, может, не все еще, но наведется порядок и создастся инфраструктура, и все станет в каких-то рамках цивилизованных. До этого времени национальный парк Припятский занимался только охотой на Червоном. Сейчас готовится распоряжение о полной передаче озера. Однако в очередной раз на встрече подчеркивается, будет обеспечен не только хозяйственный подход, но и внимание к местным жителям. Это единственный комплекс водно-болотный. И это уникальный очень комплекс с учетом там глубин, с учетом дна, с учетом прилегающей территории болотной, как для водоплавающей птицы, так и для ихтиофауны. Это уникальный комплекс, и он должен быть в одних руках, он должен быть в одного хозяина. И тем более он должен быть у профессионалов, те, которые этим делом занимаются давно и понимают, что с этим делать. Никто не ущемлял и не будет ущемлять людей, особенно тех людей, которые проживают на этой территории. В нашем государстве это в принципе невозможно, потому что у нас это не заявление, декларации, а у нас на деле все для человека. И на самом деле, в том числе и
пользование национальными богатствами, коим является сегодня природа, это реалии нашей жизни. Задача национального парка не только поддерживать порядок и создавать надлежащие условия для современного отдыха. Главное, чтобы уникальный природный комплекс «Озеро Червоное» был сохранен для наших потомков. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук. Новости недели. Проблемы снижения иммунитета чаще всего встречаются в межсезонье. Возможно, потому многие, решив подкрепить организм, назначают себе целые курсы БАДов и стимуляторов. Многие из них действительно продаются в открытом доступе. Вот только официальная медицина самолечение не одобряет. Когда благие намерения могут навредить и вообще нуждается ли иммунитет человека в такого рода допинге? Об этом в интервью программе врач-иммунолог Андрей Соливончик. Андрей Павлович, отделение иммунопатологии и аллергологии, которое работает в РНПЦ, радиационной медицины и экологии человека, по-настоящему уникально, единственное такого рода в масштабах страны. С какими проблемами научились справляться вы и ваши коллеги на высоком уровне? Если брать первичные иммунодефициты, человек ждал диагноза зачастую десятилетиями, годами, 8, 10, 12 лет. Теперь срок диагноза достигает нескольких месяцев, пусть даже лет, но это прорыв, это огромный скачок. Есть еще понятие вторичные иммунодефициты, когда человек не может перестать болеть вирусными инфекциями, микробными, там, фурункулезами. У нас уникальный опыт ведения таких пациентов и хорошие наработки, вплоть до того, что на многие годы мы забываем, что такой пациент у нас был, пока он случайно не окажется в нашем поле зрения. Примерно, вот яркий пример. 5 лет назад я у вас лечил фурункулез. И что? Так 5 лет не было. Вот сейчас опять я прибежал к вам, что-то вроде начинается. Ну, это, считай, мы его отпустили с выздоровлением, а это новый случай, да, это уже не рецидивирующее течение. И таких случаев полно. То есть вот мы их называем иммунозависимые заболевания, когда мы видим, что иммунитет не дорабатывает, нужно ему помочь. А помочь – это не подстегнуть, не вылечить, а найти причину, которая мешает. Вот дать толчок в нужном направлении. И на самом деле, если человек исчезает из нашего поля зрения, значит, мы попали в точку. Как относитесь к достаточно распространенным комплексам витаминов, иммуностимуляторам, БАДам различным и действительно достаточно популярным у населения? Они действительно могут стимулировать иммунитет к более эффективной работе? Многие именно БАДы, и они не относятся к лекарствам, еще до конца не проверены, и мы не уверены, как они могут влиять на иммунную систему. Лекарственные препараты, относящиеся к иммуномодуляторам, и здесь все неоднозначно. Мне вспоминаются слова одного профессора-иммунолога: поверьте, все как в тумане. И поэтому мы очень советуем не увлекаться данными направлениями, не специалистам, а сами ко всем группам препаратов, влияющих на иммунитет, относимся очень осторожно. Я, допустим, приветствовал приказ нашего Минздрава, чтобы многие из этих препаратов выписались только по рецепту. Это уже ограничивает вот это бесконтрольное их применение. Мы против частой стимуляции. Если уж пришлось, то просим, скажем так, сделать перерыв, дать тому же иммунитету восстановиться, если такая ситуация уже случилась. И очень каждый раз, каждое индивидуальное назначение вот всех препаратов, воздействующих на иммунную систему, должно быть строго индивидуализировано, очень хорошо продумано. Поэтому мы считаем, что в идеале этим должен заниматься иммунолог. Есть вопрос к специалисту. А как относитесь к народной медицине? Есть ли здесь по-настоящему эффективное средство? Таблетка действует сразу. Эффект вроде бы быстрый, но и побочный эффект так, в такой же пропорции. Травы или народная медицина, не обязательно травы, эффект будет нарастать постепенно. Курсы, что часто не соблюдается, должны длиться от месяца, скажем так. Ребенку тоже месяц, может, не больше, а взрослым 2 даже. И эффект будет, но побочный эффект разовьется намного в меньшей, как бы,
количестве случаев, а может быть, ты его и не прочувствуешь. То есть вот и плюс огромной народной медицины. И от народной медицины к народным рассуждениям часто, наверное, сталкивались с распространенной фразой «все проблемы от стрессов». Ваше мнение? Мне больше нравится китайская поговорка «все болезни от дурных мыслей». Но стресс – это, опять же, естественная реакция организма на стрессогенное воздействие. То есть это наша физиология, и стресс может быть как полезным, так и вредным. Это зависит от его силы, мощности, продолжительности. Иммунная система, она не одна. Вообще специалисты называют иммунонейроэндокринная система. И гормоны, выделяемые во время стресса, мгновенно это чувствует иммунная система. Самый ярчайший пример, видимо, 20-го столетия, во время Великой Отечественной войны не было эпидемии гриппа. Но человек все время находился в стрессе. Повод задуматься. Андрей Павлович, спасибо за эту порцию полезной информации. Успехов в делах и здоровья вам. Небольшой поселок в Ивановской области России Палех известен на весь мир своим изящным искусством лаковой миниатюры на черных коробочках. В начале 20 века промысел отделился от иконописи, и палехские мастера начали писать новую историю. На шкатулках, ларцах, тарелках и брошках появились настоящие сюжетные композиции. Расписные работы того времени сохранились. Сегодня некоторые из них, а также современные изделия палехских искусников, выставляются в картинной галерее Гавриила Ващенко. Все подробности далее в культурном обозрении. Здесь представлено около сотни экспонатов, выполненных потомками палехских иконописцев. Промысел является довольно сложным и трудоемким. Каждое изделие создается полностью вручную. Пишутся миниатюры яркими темперными красками. Героями сюжетов выступают различные былинные и сказочные персонажи. На некоторых палехских изделиях можно найти истории сражений, иллюстрации к литературным произведениям и народным песням. Изысканные футляры, ларцы, шкатулки, утонченное панно, броши, созданные палехскими умельцами, находятся во многих частных коллекциях. Как, впрочем, и картины Сергея и Алексея Ткачевых. Работы братьев сегодня хранятся также в фондах сотни музеев мира. Увидеть некоторые произведения посчастливилось и гомельскому зрителю. Во дворце Румянцевых и Паскевича открылась выставка живописи «Братья Ткачевы. Начало пути». Творческий союз братьев Сергея и Алексея Ткачевых является одним из феноменов российского искусства второй половины 20 века. Оба они родились в деревне под Брянском, Сергей в 1922 году, Алексей в 1925. Однако совместная их творческая деятельность началась в 50-х. Однажды Алексей нарисовал эскиз, а Сергей раскрасил его акварелью. Это был тот самый эскиз их первой совместной работы. На выставке в Гомеле представили ретроспективу творчества братьев Ткачевых. В экспозиции более 30 работ, написанных мастерами соцреализма, начиная с 1950-х годов и до 10-х 21 века. Лишь несколько картин принадлежат авторству Алексея Ткачева, а над всеми остальными братья работали вместе. А далее поговорим о культурных событиях предстоящей недели. Дворец Румянцевых и Паскевича приглашает гостей и жителей Гомеля на контактно-игровую выставку «Планета динозавров». Юные посетители смогут покататься на доисторической черепахе, покормить детеныша тиранозавра и даже попробовать себя в роли охотников на динозавров. Две военные драмы и комедия. Смотрим киноафишу. Сразу тремя премьерами порадуют кинотеатры региона в праздничный день 9 мая. В прокат выйдет фронтовая кинолента «Коридор бессмертия». Картина повествует о секретной железнодорожной магистрали, которую никогда не наносили на карты СССР и не упоминали в сводках Совинформбюро. Ее называли «Дорогой Победы», а из-за большого количества жертв коридором смерти дорогу защищали вчерашние школьницы, они же возили по ней поезда, и это было не менее опасно, чем воевать на фронте. Еще одна новинка – военный фильм «Братство» от режиссера Павла Лунгина. Действия разворачиваются в 1988 году, накануне вывода советских войск из Афганистана. В центре сюжета – вывод 108-й мотострелковой дивизии к перевалу Саланг и попытка вызволить из плена советского пилота. Завершает трио премьер комедия «Отпетые мошенницы». Фильм знакомит зрителя с двумя аферистками, которые очень любят быстрые и легкие деньги. Они уже имеют достаточно много опыта в проведении различных мошеннических схем, поэтому знают толк в своем деле. Предпочитают работать в одиночестве и не сталкиваться с другими аферистами.
журналистами. Однако однажды их интересы приводят к взаимному конфликту. С самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Евгения Кухоронок и Евгений Макеенко. Культурное обозрение подготовлено специально для программы «Новости недели». На этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания.